награжденному в Украине, на Донбассе. Ваши аплодисменты. Просто бальзам. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте еще раз помянем всех невинно убиенных на Донбассе. Всех защитников русского мира на Донбассе. Звездочка светлая, звездочка ранняя, аллилуйя. Можно тебе нашепчу я желание, аллилуйя. Дай мне любовь бесконечно счастливую, аллилуйя. Бурями, грозами, только не лживую, аллилуйя. Вместе с любовью еще пожелание, аллилуйя. Но это зародится дыхание, аллилуйя. Дорогие друзья, господа и дамы, поверьте, мы с удовольствием исполнили бы все 288 наших композиций, но это физически невозможно. Поэтому напоследок мы вас познакомим с нашим дружным многонациональным коллективом. Расскажем о том, что нас волнует всегда на таких концертах. Попросить вас остановиться, дорогие друзья, музыканты. Вара, я понимаю, ты устал, но все равно, это последнее.
Ты у нас отвечаешь за разгон. Поехал. С гарнирами самые лучшие парни приходят одни. Скопом идут на танцпол и шевелят шарнирами. И друг на друга таращатся хищно они. Кто-то кого-то успеет потрогать за талию, кто-то кому-то сумеет шепнуть телефон. Если срифтую я талии и гениталии, буду тогда не поэт я, а полный муфлон. С другом Серегой зашли мы в одно заведение. Лучшие тёлки тусили, но вы не одни. Подошла то ли девочка, то ли ленинь. Так ослепила, что в зале померкли огни. Но вслед за девчонкой ловил срамбал. Он все взгляды нас типа задолбал. Он сжимал ее талию огромной лапой. И вся обслуга называла его папой. Папа, зачем тебе она? Она тебе надоест. В конце концов, папа, во все времена. Девочка, 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 милая девочка, что тебе снится в ночи у него на плече? Разные глупости, разные бабские мелочи. Туфельки, сумочки, платьица, ну и вообще. Если ты прыгнешь сейчас к нам с Серегой в объятия и на край света за мной и за ним побежишь, организуем тебе мы такие занятия, что без понтовой покажется прежняя жизнь. Эй, папа, не хмурься, глазами не вращай, девчонка будет наша, ты так и знай. Дорогие друзья, с огромным удовольствием представляю вам музыку.
музыкантом группы «Лакобот». Струны дергают у нас этот скромный монгольский юношка по имени Сергей Максумбаев. Повелитель рояля, король рок-н-ролла, внучатый племянник ференц-солиста Дмитрий Талашин. За моей спиной бьется мохнатое кавказское сердце нашего коллектива Эдуард Дарбинян! Руководитель, бас-гитарист Казимир Алмазовский. Еще раз всем спасибо. Бас-компот всегда с вами. Счастья вам, долгих лет жизни! Я директор! Владимир Юрьевич!